Ку-ку! Вы не поверите, что я сейчас буду делать. Бром-бром-бром. Так, все застегнуто. Ну ладно. Этого еще никто не делал. Интересно, получится ли у меня? Ага. Мы лезем, лезем, лезем в далекие края. Второй грот парусника. Крузенштерн. Надеюсь, я не потеряю свой телефон. И мы встали на якорь. Дошли до Марса. Всем привет! 10 человек смотрят эту трансляцию. Я решил слазить наверх Крузенштерна. И вот мы находимся на первой площадке. Тут дует ветер, но не так страшно. Полезли? Лай-лай-лай. Я даже не знаю, за что я больше парюсь. Из-за того, что страшно? Или из-за того, что телефон может свалиться? Лай-лай-лай. Когда ты лезешь наверх, у тебя нет никакой страховки. А когда ты долазишь до площадки, она у тебя есть. Хорошо дует. Вся команда осталось внизу. И вот тут крайне неудобное место. Наверху. Оно же не создано для прямых трансляций. Надо изловчиться и облезть. Опа! Салинг. И здесь можно встегнуться и осмотреться. Высота 30 метров. На рейде стоит куча судов. Около вот этого здания. Я нахожусь на втором гроте. А вон первый грот. И фок. А вот бизань. Мачта. А я привязал его на палке к страховке к своей. Хреново закрепил, честно говоря. Если вдруг вы увидите летящий кадр, это не я.
Это телефон. Я и говорю, что я за телефон волнуюсь больше, чем не за телефон. Сейчас, может быть, я его как-нибудь получше. Ну вот, смотрите. Красота. А вот и я. А вон еще лесенка наверх. Она самая страшная. Она уже ведет к верхнему парусу. Оп, давайте, лучше вид, а не на меня. Это первая трансляция, наверное, с мачты Крузенштерна. Обычно связи нет никакой, и, соответственно, трансляции нет. А тут мы подошли к берегу, и я решил, ну а почему бы и нет? Надо же рассказать, причем каждый может поехать и залезть сюда. Ну, кожуха возит. А вон наша группа стоит внизу. Все тренируются одевать пожарный костюм на случай какого-то эксцесса. А справа кадеты. Курсанты, вернее, разных училищ. А вот давайте покажу с этой стороны. Тут, кстати, для впечатленных вот такой пол. Красиво, да? А тут вообще нет пола. А вот оттуда на нас идет шторм, как будто бы. Ну что, кто-нибудь скажет, есть выше или нет? Там уже нет площадки. Я там был, сегодня залез на все мачты. Ой, Юра, привет. Я в поисках Wi-Fi, в поисках 3G залез наверх парусника. Осмотримся. Ну, конечно. А вон стоит помощник капитана. Я у них на хорошем счету. Я вчера провел лекцию для курсантов. И они мне разрешают залезать, куда я хочу. А вот он я. Всем привет. С высоты 30 метров. Хороший ветерок поддувает. И лесенка в небо на таком ветре чуть смущает. Это лесенка в небо. Так, ну я не знаю, как бы мне закрепить телефон, чтобы он у меня не отвалился. Ава. Такой вид открывается с Салинга. Связь-то хорошая. А? Вот там на горизонте Дания. Вот там команда и Михаил Кожухов. Это моя страховка. Ну а во время того, как ты лезешь, там нос корабля, и мы стоим на якоре сейчас. И ждем шторм, который идет вот оттуда. Ну что, Андрюх, лезь наверх. Страховка от Альфа? Кстати, не знаю, надеюсь. Страховка, да, вот, красненькая. Так. Телефон надежно висит? Надега. Давайте попробуем посмотреть, что выше, раз уж до сюда добрались. На самом деле, одному просто чисто психологически, о, 10% заряда. Так что, если вдруг погаснет телефон, это телефон сел. Давайте попробуем.
Тут лесенка уже совсем узко. Где-то она даже и заканчивается. Ладно, осталось чуть-чуть до верхнего. До верхней реи, куда я направлялся снимать это видео. Опа. Так. Так. Страховка. Куда бы нам зацепить страховку. А страховку мы зацепим вот сюда. Опа. Опа. Нравится? Блин, а как мне страшно. Ха. Вот так вот, где мы? На самой верхней рее Крузенштерна. Третьего по размеру парусника в мире. И это я вам скажу... Привет. И это я вам скажу просто непередаваемое ощущение. Особенно, когда я это делал вчера, и мы шли под парусами. Это просто не... Фу! Короче, лучше смотрите вокруг. И да, у меня сейчас кончится телефон, и я начну снимать. Опа! Крутимся. Сейчас. Попробуем показать вам карма! Не карма, а карма. Давай. Вон она где. Андрюх, тебе точно сюда надо. Вон они где, курсанты. 50 метров. Выше только 3 метра и антенна. А это мне аплодируют, да. Шутка. Давайте-ка. Еще посмотрим, чтобы все испугались. Я еще сегодня был вот там вот, в конце, на рей. Вот тут страховочное есть место. Ага. Ай-яй-яй-яй. Вон люди ходят. Да, в общем, время селфи. И чуть-чуть пофотографировать. Теперь вы видели все. Путешествуйте с клубом путешествий Михаила Кожухова. И обязательно катайтесь на Крузенштерне. Это невероятно. Сейчас вот так, шака вам, не держусь. Фух. Заключительный вид в космос. Та-дам! Второй грот наш. Адьос!